Опаньки, друзья, всем огромный привет. Кемер, Кириш, Турция, солнышко, море. Куча позитива, куча эмоций, как всегда в этом видео. Я сюда неожиданно приехал. Сейчас вам минуточку назад перемотаю. Вы посмотрите, как все происходило, что вообще было. Ну, а потом сюда с вами вернемся. Чуть подальше, попозже увидимся. И буду вам все здесь рассказывать. Все показывать, как всегда, заряжать вам. Заряжать вас эмоциями, позитивчиком. И классной-классной атмосферой, вкусняшками, как всегда. Все, как вы любите. Что, ребятушки, всем вам огромный привет. У нас уже на дворе ночь. А сейчас я один из своей квартиры. Кстати, смотрите, какой у нас прекрасный вид. Сейчас вам на камеру не видно будет. Но я вам приложу сюда фотографию. Фотография лучше передает вид. Отправляюсь с вами вместе, конечно же, в отель. Альва Донна, в Кемере, мои уже там все, а я только сейчас поеду. Сегодня, хотя суббота, но очень много было работы. Все, поехали, я вам сейчас все буду потихонечку рассказывать. Если кто вдруг не знает, мы живем в Турции, в Анталии, мы купили здесь квартиру. И я в своих видео рассказываю, как здесь живется, ну и, конечно же, как всегда, показываю вам обзоры отелей. Поэтому, если кто не видел видео из-за жизнь в Турции, как тут что происходит, заходите прямо в плейлист, у меня есть такой канал «Жизнь в Турции», я все рассказываю, показываю подробно все, как здесь, что. Ну и, конечно же, кто тоже хочет жить в Турции, купить квартиру здесь, пишите мне ВКонтакте или в Инстаграм. Здесь уже очень много моих подписчиков купили квартиру, я постоянно встречаю их, показываю, все рассказываю, то что все это получается очень надежно, потому что когда покупаешь квартиру непонятно где, непонятно как, это всегда страшно и, может быть, даже иногда опасно. Вот, а когда все делается через проверенных людей, здесь я делаю это только с людьми, которых я знаю лично, которых мы сами покупали квартиру. Вот, и когда подписчики наши прилетают, говорят: «Женя, а ты можешь с нами побыть, с нами присутствовать?» Да, и я с вами тоже смогу присутствовать, показать квартиры. Ну и там же по остальным делам счет открыть, все вот эти переводы, ННН сделать, вот, вплоть до того, иногда даже сопровождаю, помогаю. Ну все, хорош болтать, жду сейчас свой трансфер и еду в отель. Вот, а вы не забывайте поддержать видео лайками, комментариями. Монетизации, вы знаете, уже давно нету. Вот, снимаю все на добром слове, скажем так, да, на позитиве, как всегда, конечно же, заряд позитива. Море, солнышко, вкусняшки, все как всегда, все как вы любите. Так, где мой трансфер? Я уже жду. Короче, трансфер я не дождался, решил поехать на самокате, бин-бин, из Анталии, прямо в Кемер. Шутка, вот машина приехала. И не пропустил я концерт Джонни. Жанна поснимала, я сижу, смотрю концерт. Так, ну что, друзья, вот я и добрался. Кемер, Кириш, Альва Донна, World Palace. Добро пожаловать. Ну что, все спят, приехал, называется. Как раньше, да, у нас обычно заходишь, и все, движуха, а сейчас все так тихо, спокойненько, да? Никто не встречает, ну, где жена моя, Жанна, да? Ресепшн зарегистрирован, да? Ладно, мне вообще надо браслет получить, конечно, еще, да, видится. Сразу вам сходу въездная группа, все дела. Не знаю, что налево, не знаю, что направо, но расскажу вам потом все. Так, сейчас первые эмоции, когда заходишь в отель, да? Улыбаешься. Бар, смотрите, сразу сходу нас встречает. Ориентировался. Вот заходите слева, здесь у нас ресепшн. Если будете получать браслет. Я сейчас тоже подойду, скажу про свой номер комнаты, что мне нужен браслет. Фамилию спросит и все. У нас здесь такая лобби-зона. Там есть лобби-бар, который мы сами видим. Это прям возле ресепшна. Спасибо. Все, я назвал свой номер комнаты. Браслет у меня в руках, точнее на руке Альва Донна, World Palace. А вы? Когда зайдете, также регистрируйте, паспорт даете, документы, все, регистрируйте. Давайте, как обычно, когда приезжаем, да, я люблю выйти на балкон, показать вам вид на отель, и я это сделаю сейчас. Вот так вот, смотрите, там бассейн у нас, пихты-облепихты. Все, я спускаюсь по лестнице и иду сразу к морю, к бару. Меня там ждет Жанна. У меня была тяжелая трудовая неделя. Надо зайти, да, в барчик, чего-нибудь взять. Пока работает, но уже, я уже не успел. Ну, ночной суп должен быть. Я уже перекусил, но у нас в кафе была встреча с подписчиками, с нашими теперь уже и с соседями, будущими друзьями. Мы очень дружим. То, что очень большая компания, очень много квартир покупают зрители именно рядом с нами. Так что недаром мы выбрали тоже Хурму.
Это наш район. Я буду идти рассказывать вам и показывать. И, конечно, люди, когда приезжают, смотрят много квартир. И многие выбирают Крыму, потому что там классно. Ну, вот кто-то у нас кипит еще купили. Ребята, вам привет большой. Там тоже классно. Большая площадь за меньшую цену. Обзорчик завтра вам с утреца сделаю, да, все расскажу, бары, пихта-пихта, все вам покажу. А сейчас давайте вот бассейны, музычка слышу, там где-то играет. Концерт Джонни был сегодня, я вам пропустил, но сейчас пока ехал в машине. Немножко посмотрел, Жанна сторис, она поснимала. Ну и вам заодно живую атмосферу вечера, очень соскучился по отелям, я надеюсь, как и вы, да. Жмите паузу, пишите, соскучились, нет. О, аромат потрясающий, зеленушечка есть, пальмы. Вообще сейчас ничего не понимаю, вот, понимаешь, что вот он отель, где-то там музыка, вон там вижу, что море, чувствую уже, у меня уже навигатор внутренний такой работает, ориентируется, где море. Жанна сказала, что они сидят в баре у моря, вон море, вот бар, а музыка где-то там. Где-то они, интересно, а? Смотрите, сразу вам, да, сходу время 11:30, 11:30, бар у моря работает. Очень круто. Подвижка своих. Так, а вот она и сцена. Все закончилось, все разошлись, все разбежались. А я иду. Ну, можно сказать, с работы, но эта работа мне приносит удовольствие. Очень нравится общаться с своими зрителями, с своими подписчиками. Показываю квартиры. Мне приносит это удовольствие, почему бы и нет. Так, а где мои? Сказали, в баре, в море сидят, не вижу никого. Там вот море, все убрали, кстати, здесь без дня сейчас была, я прошу. Еще ставлю какие-нибудь кадры сюда. Сторис из Жанина. Подписывайтесь к ней, инстаграм ко мне. И в онлайн можно все наблюдать будет. Ну, вот, нашел, сидят две мадам мои без детей. Так, первый вопрос вам, мадам. Где дети? Куда детей дели? Мои дети. Вы бездетные, сидят человек, тут, смотрите, как красиво. У нас только мы и просто. У моря. Какие дети, мужчина. Где дети? Нет никаких детей. Куда дели? Съели. Тут у нас не только Жанна Салфеда, тут еще вот большая компания. Мы с ними еще с прошлого отеля знаком. И здесь Жанина одноклассник. Представляете, как встречаюсь, не договариваясь в одном отеле. В тот раз встретились и сейчас вот так вот бывает. Пойду в барчик прогуляюсь, возьму что-нибудь легкого Coca-Cola, к примеру. О, какой тут бар. Ну это давайте я вам завтра, да? Сегодня уже пора отдыхать. Мераба, моя френд. Якшамна. Якшамна. Насусын. Насусын не знаю пока, что такое, да. Пока не научили меня. Мераба, насусын, как дела? Как дела? Да. Что вам наливай? Тамам. Дела. Я тоже знаю, что тамам хорошо, дела тоже тамам. Конечно. Давайте я сходу вам сниму, что здесь есть. Пока буду разговаривать, я вам покажу. Конечно. Есть получается ром хотели, да? Гавана Клаб есть? Темного рома нет. Да. Спросил, люблю темный ром, скучаю по Кубе. Бакарди не люблю, Гавана Клаб люблю. А виски еще какие есть? Виски есть, получается, Red Label есть? Red Label. Балантайнс вижу, да. Что еще есть? Интересно. Чивас есть? Донжон есть. Джиби есть. И Лонгжон есть. Лонгжон. Чивас есть? Чивас и Рухун. А лобби-бар чем? Да, лобби-бар, Джек Телесон там есть. Как сходу, я вам обычно все время говорю, потом покажу, я сейчас сходу все показываю по напиточкам. А Егермейстер есть? Есть. Вот такой вот, да? Зелотром, оригинал. Это тоже вкусно похоже очень. Тоже, да. Как лекарство. Как лекарство, да. Полезно для здоровья. Полезно, можно пить. Здесь у вас ультра все включено, да? Да. Ну, это видно, да. Давайте мне, знаете чего? Red Label с колой. Конечно. Пожалуй, возьму. Под вечерочек, да? Кто любит ром, кто виски. Пишите, но я не агитирую вообще. Нет, это я за спорт, знаете. Здоровый образ жизни, велосипеды, все дела. А так иногда вечерком можно расслабиться. Тяжелые бурные недели. Мне еще своя работа. Лимон положим вам? Удаленная. А? Лимон. А? Лимон? Ну, можно, пусть будет. Витамин С. Вот, красота какая. Своя работа, у меня куча всего, куча дел. YouTube, знаете, это мое хобби, поэтому я так налегке снимаю, все, в лайв-видео. Хорошо, все, спасибо, Якшанар. Якшанар, и сейчас еще вот по квартирам. Все-таки пришлось мне заняться, потому что очень много зрителей, подписчиков хотят и приходят. Ну, вы уже поняли, да? И мне хорошо, и вам хорошо, и всем хорошо. Мне приносит удовольствие, честно, ездить вот так вот, да, все это показывать, снимать, рассказывать. Потому что я устал от офисной работы немножко в России. Здесь вот тоже как это как работа потихоньку становится, поэтому я только за. Хорош болтать, отдыхать немножечко. Итак, ну и сразу вам давайте здесь
Оказывается, диско есть, слышно издалека. Поэтому мы сюда пришли, идем на звук, идем на музыку. О, там руки вверх, баночками забанили за это дело. Давайте. О, нифига себе тут. Прям как в ночном клубе. Давайте ночью, конечно же, покажу вам ночной суп, поскольку я голодный, на ужин не успел. Покажу вам, чем кормят ночью. Здесь у нас табличек нет, это, видимо, супчик какой-то, чечевичный. Суп из брокколи. Рис с нудом. И кого мы здесь встречаем? Жанну, которая тоже ночью кушает. Только и делает, что кушает. Баранины с грибами. Овощи. Куча салатов, пожалуйста. Сыры. Есть, ну это очень богатый ночной суп. Овощи, помидорчики, огурчики. Ничего. Светлана, пожалуйста. Два часа ночи. Набирает себе овощей. Вместе с Жанной. Набирает. Здесь мы эти турецкие вкусняшки, сладости, булочки. Яблоки, смотри, чем классно. Есть целые яблоки, целые груши, банан, даже киви. Обалдеть, и клубничка. Можно деткам взять, если кто-то проголодался. Тоже ночью взять и покушать. Так, ну что, вот такой вот у меня ночной суп. Вот это классно, когда можно ночью покушать. Когда не успел на ужин. Перекусить вкусняшками. Чечевичный суп. Я его в Турции вообще полюбил. В кафешку любую заходишь и трапезничаешь ночным супом. Всем приятного аппетита. Ребятушки мои дорогие, доброго вам всем дня. Утро наступило, день уже наступил на самом деле. Сейчас буду вам потихонечку показывать весь отель. Хотя вот так вот мы шли с вами ночью. Да, сейчас идем с вами утром. Вот у нас выход из главного здания. Вот там вот вы приезжаете, там ресепшн. Вот так сразу по лестнице сюда спускай. И вуаля, красотишка. Давайте первые дневные эмоции. Жмите паузу, пишите, как вам. Смотрите, слева горки, там бассейн, бар, там бассейн, бар не вижу. Здесь ресторанчик, кстати, вот это все территория. Вот мы сейчас пообедали, ресторан. Я сейчас все посмотрел и попозже вам все буду рассказывать, там что по еде, по питанию. Сразу скажу, есть приятные интересы по кухне. И смотрите, здесь вот у нас справа тоже огромная территория бассейна. Я еще дрон не запускал, но вы если видели кадр, значит все прошло гладко. Вот, если не видели, значит, все очень плохо прошло. Здесь у нас аквапарк, теплая вода, Никит. Да, очень. Это Никитос, МРЭ. Ну-ка. О, водичка теплая, градусов. Ну что, можно будет? 30. Вот только что выключили горки, до этого они отработали. Да, сын, в такой теплой воде можно купаться. И вот туда пошли у нас номера, дальше номера. Почему я так говорю? Потому что я вчера просто не мог найти наш номер, здесь реально можно заблудиться. Здесь такое количество номеров, то есть если на дроне полетаю, я вам вот так вот покажу. То есть вот так вот туда идешь, летишь, и тут просто огромное количество номеров. Отель реально гигантский вообще. Сейчас будем с вами тихонечко перемещаться. И я вам все буду показывать, все рассказывать, как всегда. Так, и если посмотреть вот сюда, в другую сторону, да, вон там у нас море, кстати, дойдем, тоже покупаемся с вами. Здесь у нас еще горки, уже взрослые. Так, сколько здесь горок? Кто знает, сколько горок? Раз, два, три. Три выхода, да, значит, три горки. Вода теплая. Да, и две детские горки. А здесь можно? Здесь как чуть-чуть. Ну, вы мне скажите, как, холодная, теплая? Теплая? По-моему, теплая. Нет, это уже холодная. Градусов 25, это наверное. Это еще детская. На внутреннем термометре мне подсказывает. Нет. То есть эти горки не подогреваются. А тут? Хотя мне вчера сказали, что эти детские не подогревались. О, смотрите, как классно. Но сегодня они горячие. Если кто-то что-то перепутал, ну вот. Может от дат зависеть, какие-то даты вы приедете, не будет греться, какие-то даты будет, поэтому это имейте в виду. Здесь теплая вода? Холодная. Здесь, да, тоже, сейчас здесь померяем много. Тоже. Можно мохито взять? Да, я внимательно ваши комментарии читаю, поэтому никаких потом, буду стараться минимизировать это потом, да. Кто писал, понял, о чем я говорю, да, что потом снимаем. Сказал, какая водичка, померим, значит, сейчас померим. А вы пишите ваши комментарии,
вопросы, на все вопросы стараюсь лично отвечать и реализовывать все ваши пожелания. Стараюсь. Так, ну что, давайте я померил. Достаем, опаньки. Смотрим вниз, 22,6 градуса. Там вот кто-то сидит, смотрит, улыбается. Маша, вот смотрите, видите, я пока этот снимал, видел, что кто-то там меня уже узнал и помашу. Передавайте привет! Вот, вот так вот все происходит. То есть я сижу и чувствую, кто-то взглядом там смотрит на меня. Привет вам большой. И вот так уж можно. Кто тоже видит, подходите, не стесняйтесь. А, тоже уже встретил вон подписчика, фотографии делаем, все. Никогда не стесняйтесь, я простой такой человек, как и вы все. Просто YouTube хобби — это мое хобби. Я иногда снимаю. Поэтому ничего страшного. Я не кусаюсь, да, рад пообщаться, поболтать. Так, ну что, давайте пойдемте с вами налево сегодня. Вот так вот, оп, налево перемещаемся. Это вот как раз горки, где я показывал, за бассейном. Здесь у нас, смотрите, детская зона. Здесь мини-клуб большой. Деток можно привезти. Вот сейчас жена моя принесла дочку сюда, сейчас запишет. Вот, ими там будут заниматься. Рисовашки, разукрашки, там у них внутри еще целое помещение. И здесь еще открытая зона. Смотрите, горки, лазилки. Батутики вижу, да, вот батутик какой-то там есть. И смотрите, здесь у нас черные лебеди, смотрите, какие красивые. О, красота какая. Не буду подходить, не буду пугать. Класс, да? Прудик такой, лебедя. И вот, видите, мостик. Можно вот так пройти, снизу, сверху. В общем, вот это все с переходами. Вот эти корпуса вот так вот идут. Я вчера реально прям запутался. И сразу нашел свой номер. Давайте заглянем в Алвес клуб детский. Заходим, антисептик есть. Здравствуйте. Здесь на входе детишек записали. Расписались за этих малышат. И пошли. Так, что у нас здесь? В общем, здесь разные комнатки. В каждой комнатке с детками чем-то занимаются. Рисовалки, там конструкторы. Всегда все разные. Программы можно посмотреть прямо тоже на входе. Вот здесь вот. И все, можно на улице, можно внутри записать детишек и прямо оставить под присмотром. Так, клуб работает с 10 до 7.30, а в 8 часов у них мини-диск. Кстати, здесь расписание, если кому интересно, вот прям ставьте на паузу и разглядывайте. Вот такая куча всего. Одинаково, кстати. Смотрите, еще и кинотеатр есть, и вот такие кино, мультики показываем. Налево сходили, возвращаемся обратно. Здесь у нас зона ресторанов. Это я вам покажу. Открытая и закрытая. Давайте еще разок направо, потому что сейчас стало весело, включилась музычка. Там анимасьон во все играет, буду болтать очень много, потому что иначе за музыку меня забанят. Там стоят, танцуют девчонки, ребята, всех зажигают, создают летнюю атмосферу. Атмосфера реально летняя, тепло, солнышко светит. Это у нас сейчас с вами что, май? Майские праздники. Вот, всех с майскими праздниками. И видите, сейчас запустили горки детские. Детишки прыгают, радуются. Смотрите, как красиво, да? Самому хочется запрыгнуть, скатиться и порадоваться. Ну, класс. Смотрите, такая бочка наливается, а потом переворачивается, как вовремя, да? Я поднял камеру на чайку, и бочка заодно тоже в кадр вошла. Контент прям сам пошел так идеальненько. Ну, атмосфера вообще мега позитивная. Очень много шезлонгов, лежаков. И, ребята, обязательно, уже начиная с апреля месяца, мажьте лицо, мажьте плечи. Сгораешь вообще в момент. Даже в апреле, а в мае уж тем более. Как вам территория? Класс, да? Но это еще не все. Здравствуйте, я Полузова еще. Время 15.30, для вас аквариумка в бассейн начинается. Так, ну и здесь ночной мостик, с которым мы с вами шли. Смотрите, отсюда как наблюдается бассейн. И вот он, справа уходит бассейн. Там типа олимпийского бассейна. Сейчас вот анимация объявляет, что когда будет, водное поло тоже будет. И другую сторону слева у нас Светлана. Светлана, как вам отель? Классно, Жанна, жена моя. И смотрите вот в эту сторону, вот мы там с вами мерим температуру воды. И вот здесь вот тоже бар, туда тоже столики. Смотрите, можно везде сесть, в тенечке, на солнышке, под пальмой, под пихтой, под облепихтой. Наши любимые кактусы, цветочки, ну очень красиво, блин, атмосфера вообще мега позитивная, мега летняя. Ну, Альвадон эксклюзив, кто смотрел, там то же самое было, помните? Это то у нас был, по-моему, более прохладный месяц. Атмосфера там вообще была огонь, нам с погодкой так повезло. Все, и дальше так, перемещаемся. Смотрите, захотел здесь в арку, нырнул сразу в бассейн заодно. Здесь, смотрите, стоят холодильнички с водой. Подходи, бери, не хочу, а если не хочешь, все равно бери.
Очень вкусный лимонад, вот этот вот мандариновый. Да, пожалуй, я сейчас себе, наверное, и возьму. Очень вкусно. А это, ну что, типа, может быть, мохито, лимонный не пробовал, а вот это мультифрукт там с ягодами. И вот так вот водичка заканчивается, сразу подвозят на тележках, что таких. Мераба! Вот, вот сигвей. От огород на наш огород. Сигвей есть, покатаем. Вот здесь, смотрите, Entertainment, инфоборд, доска, где написано, какая программа. Джонни вот все, глаза мне мозолит. Пропустил вчерашний концерт, чтобы мне это, да, не дает покоя. В кадре я вам ставлю. Здесь еще расписание, здесь еще. В общем, все, что вы хотите по программе увидеть, все увидите. Слева, вон там у нас амфитеатр. Здесь еще один бар. Здесь на самом деле огромное количество баров. Мы сейчас с подписчиками общались, стояли. Привет, там тоже большой вот здесь стояли. Они рассказывали, что они уже тут, ну, отдыхают неделю или больше, что не было еще всех баров, и сейчас еще пооткрывали бары. Справа бар, там бар, там еще бар. В общем, все покажу обязательно. Видео будет немного в этот раз, потому что я на пару дней всего заехал. Два дня я пропустил. Здесь класс, смотрите, в баре взяли, за столик присели. И вот с таким видом на море просто вот так вот смотришь и любуешься. Очень красиво. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам отель, как отдыхаете? Отлично. Отлично? Отлично. Давно здесь уже? Четвертый день. Да? Какие плюсы-минусы интересные? Лучше плюсы. Плюсов много. А минусы есть? Минусы есть небольшие. Какие? Чуть-чуть. Поделитесь. Холодные? Так тут же есть с подогревом. Ну что это? Вот только там если крытый. Где-то релакс, бассейн есть, я знаю, что он с подогревом. И плюс детские горки. Мы не знали. Я вот тоже сейчас недавно только узнал. Это вот этот тихий. Ну вот какой-то релакс-бассейн должен быть с подогревом. А так, мне кажется, очень классно, да? Территория, все красиво. Да, очень красиво. Я только вот ночью приехал, вот глаза открыл, смотрю, красотища. Классно. Передавайте привет друзьям своим, родным, близким. Передаем привет в Кострому. Так, ну здесь же у нас, собственно говоря, есть сцена, где проходят концерты, вечеринки, мероприятия. Вот столики, там у нас море, пирс. Пойдемте опять вот так вот налево сюда сходим. Вот так вот, видите, идут номера, вот как вот там главное, как бы вот здание, где ресепшн. И вот в одну сторону и в другую. Вот, и вот так вот они пошли. Видите? Раз, два. Там не окна в окна, как хотел сказать, квартиры. А там это как входные двери получается. То есть окна смотрят на противоположную сторону. Получается, окна в окна не смотрят. То есть вот здесь, видите, там на бассейн, на бар. Здесь, кстати, у нас еще один бар. Да, возле пляжика прям. Взял что-нибудь себе, чайку, кофейку пенного. Сел. И вот такой красотой. Смотрите, сидишь, любуешься, наслаждаешься. Красиво, конечно, очень. Здесь же у нас пляж. На пляжик, да, зайдем. Посмотрим, покажу вам. Фракцию песка, фракцию камней. Гальку покажу, камчо покажу вам. И да, дальше, если идти, видите, есть кабаны, павильоны. Вот еще корпуса, вот идут, видите, как я говорю, идут. Дальше я не доходил, не знаю, там опять идут. Вот точно вижу, что за этим еще есть. И здесь, смотрите, гамаки. И знак вот такой. Женя, помолчи немножечко. Дай полюбоваться красотой. В общем, здесь типа релакс-бассейн. Соблюдать тишину. Тоже барчик здесь есть. И здесь, по-моему, даже есть кафетерий. Взяли что-нибудь, не расположились, на солнышке валяешь, загораешь. Сейчас потрогаем воду в бассейне. Так. Вода теплая, градусов 28-30, наверное. Здесь же у нас, смотрите, бар. Что тут есть? Орешки, вижу, есть мераба. Чаек, кофеек. А, и куча напитков всяких, да? Ну, все как там, я вам все показывал, не повторяться, если здесь хорошие напитки. Да. Вот водичку, лимонады, тоже айран можно взять. И здесь же у нас, смотрите, Starbucks. В Альвадоне есть, да, Starbucks. Вот там вот только подходите, выбираете, заказываете, и вам делают вкусный кофе. И такой же, как и в обычном Starbucks, только без цен. Все бесплатно, как говорится, все включено. Ну, конечно, количество бассейнов поражает, да, воображение, сколько там, тут. Но вот теплый получается вот этот, видите, сейчас девушка спрашивает меня. Мне Жанна сказала, что здесь подогреваемый релакс-бассейн, так что вы тоже будете знать. Не знаю, как насчет зимы, или соленый или нет, палец не облизывал. Вот, ну,
Это, я думаю, не так важно. Самое главное, что есть, самое главное, что тепло. Я вот сейчас, пожалуй, плюхнусь на этот гамачок, потому что я и так целыми днями хожу. И что я нахожу? Знаете, что такое? Это Никитина кепка. Они ее здесь вчера потеряли, хотели пойти искать. Представляете, я сам вообще просто не ожидал, увидел. Обалдеть. Я хочу просто плюхнуть, потому что я целыми днями мотаюсь. Квартиры, квартиры показываю. Все остальное, банки, шманки. Я просто хочу лечь. Просто чуть-чуть вот релаксануть. Сегодня немножечко выключаюсь с вами, а потом включусь. Давайте вам, как всегда, я передам вам атмосферу реальности. Там вот, кстати, косят траву, но не зайцы, а местные работники. И аромат, знаете, как на даче. В гамаке лег. О, вообще красотишка. Давайте тоже, как будто вы сами лежите. Я чуть-чуть помолчу. Взял сейчас аперольчик, но здесь апероль не оригинальный, здесь аперитиво. Кстати, все равно очень вкусно сделано. Рекомендую, Светлана, подходите на барчик. А я пойду пока купаться в бассейн. Кофе с коньячком. Так, ну я давайте как всегда сделаю заныру проныру с эффектом присутствия. Куда бы вас поставить? Ой, вот давайте прямо вот сюда вот поставлю. Надеюсь, я камеру не залью. О, у вас там прям водичка будет, красотишка. Главное, чтобы ее не смыло. Ой. Вас замочило, я вижу. Так, вообще, немножечко на заваленке, да, случилось? Так, давайте я одну сейчас градусник окуну. Вы набирайте ванночку. Ложитесь поудобнее. Ставьте моментик на повтор. Давайте я вам это прям туда посылаю, посылаю всю эту атмосферу, все эти эмоции. Сейчас параллельно мерю водичку. О, мой градусник меня не подвел внутренне. Сейчас скажу вам, сколько градусов. Сейчас еще чуть-чуть поднаберется. Ну, классно. Мне нравится это местечко. Так, достаем. 39, ну, считайте, 31, 31 градус. Не 39, а 30.9. Ну, будем считать, это 31 градус. Очень классно. Вот если зимой так, это вообще супер. Надо узнать, что по концепции. Если кто знает, пишите. Да, и вообще, кто если там владеет полезной информацией по этому отелю, по другим, тоже все внизу пишите. Можно прям как форум спускаться, веточки разворачивать, там общаться, делиться полезной информацией. Вот. Ну и, конечно же, да, не забывайте поддержать. Не дешево. Все, я вас сейчас где-нибудь оставлю, я сам поплаваю чуть-чуть. До спины надо мне обязательно, главное, чтобы никто не раздавил вас. Так, ну, в общем, на бассейне, на релаксе накупался. В бассейне, ну, говорят, пойдем на бассейн. Вот, ну, кому как больше нравится, не принципиально. И смотрите, сейчас идем обратно. Здесь же прям питание раздают. Можно подкрепиться чем-то. Но мы сейчас идем с детьми, потому что мы детьми стали в горках купаться. Блин, они вот там, наверное, перекупались конкретно. Вот, смотрите, фонтанита здесь вот так же атмосферная. С цветочками, о! В этот раз что-то осмос и стабилизация не достает, но там у меня в рюкзаке валяется. Блин, хочется по-простому, друзья, вот прям, чтобы максимум эффекта было. Стараюсь камеру, чтобы поровнее немножко держать. Не надо, конечно, забываю, вас может немножко укачивать. Кто пишет быстро, водишь камерой. Стараюсь помедленнее. Все комментарии учитываю, все. Блин, здесь куда ни посмотри, здесь прям вот контент. Здесь можно не останавливать. Здравствуйте! Да, конечно, можно. Вот видите, у нас какой лайф режим, идешь, что-то там снимаешь, а тут это. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои зрители, как вам отель? Вот. Да? Давно здесь уже? Мы еще только второй день, но наш туроператор Лилечка, жемчужина России. Посмотрите. А знаете, какая у нас жемчужина? Жанночка. А Жанночка, я тоже. Это такая жемчужина. Ну, я понимаю, а у нас турагентство жемчужина. Поэтому... И они очень, они передают. Вы знаете, там, говорит, сейчас Евгений с Жанночкой отдыхают с детьми. И так хотели, чтобы... Вот видите, как увиделись, еще потом себя по телевидению увидите. Ну, пожалуйста, давайте. Давайте, давайте, конечно, пару фоточек. Надо вот оттуда, да, чтобы вот прям вот так вот было. Какая красота. Так, все, камеру убираю, сделаем фоточку. Это у вас турагент, да? Да. И он на нас смотрит, на нас ориентируется и отправляет. Все время следит за вами. Мы? Турцию, мы же в Турцию переехали жить. Переехали, да, мы же квартиру купили, живем. Живут на две. А сейчас постоянно наши подписчики прилетают, я их встречаю здесь.
И вот помогаю, чтобы они здесь немножко освоились. Ну, мы тоже на вас подписываемся. Выбрать квартиры. Да, да. И YouTube. Все, спасибо, что смотрите. Спасибо, что подходите. Мне так приятно вот эту обратную связь получать. Очень много народу подходит, да. Я вчера вас на концерте все смотрела. А я опоздал, я только вчера приехал вечером. Все, хорошего вам отдыха. Спасибо. Вот так вот, весело тут все прям. Заряд позитива возвращается. Я вам вот туда, потом вы мне обратно, потом еще когда лично, это вообще прям просто бомба, мега эмоция. А я вам хотел, знаете, что показать? Я вам хотел показать вот такую вот фруктовую вечеринку. Арбузы. Смотрите, какая красотишка. Вот так вот их нарезают. Мераба. Мераба. Ну, вообще класс, как, да? Алло. Мераба. Только я одну штучку сейчас попробую, скажу вам, вкусно, нет? У меня, кстати, уроки турецкого. Продолжаем потихонечку. Тешакюри дрим, я иногда говорю, когда обращаюсь как бы к человеку, который в организации, как бы можно сказать тешакюрля. Вот, они говорят ауфидлсун. Вот как это переводится, я еще пока не знаю, но руки английского. А, тешакюри дрим, тешакюрля, типа спасибо, варимачка, я говорю спасибо большое. Арбуз очень сладкий, очень вкусный, сочный, мощный. Вот так вот, прям вообще. О, атмосфера, просто мега позитив. А когда приезжаешь на 2 дня, вот эти эмоции в себя просто всасываешь, я не знаю, впихиваешь. Просто вот я готов не спать здесь, вот чтобы я, кстати, в 5 часов утра лег спать. Утречком встал, даже на завтрак успел детишек кормить. Вот, поэтому все бегом-бегом, поэтому контент не успел вам подснять чуть-чуть. Поэтому днем у нас начались выпуски. Но вот просто, вот я говорю, ходишь, впитываешь. Я ночью просто, я очень хотел искупаться ночью, мечтал. И я просто пошел ночью купаться. Классно, дискотека там еще заходили, с друзьями общались. Ой, атмосферка. Супер. Блин, здесь только вплавь. Обходить обратно через мост. Кто-нибудь видел такое? С аквалангом прямо в бассейне. Это тренировка у вас такая, да? Тренировка в бассейне и потом на море. Ага, а камеру туда можно положить внутрь? Конечно. Прям в этот, внутрь камеру положить? Конечно. Еще и Жанна, да? Да, это я. А вы здесь работаете? Ну, мы здесь работаем, да. А я вот отдохнуть приехал. На пару денечков. Здорово. Тоже нас смотрите. Приятно, конечно. Передавайте друзьям с вами привет всем огромный. Всем привет. И Женя у нас. И да. Надеюсь, ему все понравится. Слушайте, это какой-то отель, меня прям вот каждые 5 минут здесь все узнают. Потому что Альвадона эксклюзив, у меня есть видео, когда смотрят сетку отелей каких-то. Потом очень многие туда едут. И поэтому много вот встречают. А нам гости сказали, что вы приехали, и все спрашивают, где вы, а вот я вам скажу. А я прячусь. Ну, я не знаю, как вы прячетесь. Даже не маскируюсь, даже макияж не накладываю. Приятного надо вам вот отдыха. Зеленушку сорвать, припрятаться. Да нет, не надо. Ладно, я шучу. Радуйте наших гостей. Я, наоборот, очень рад, когда ко мне подходят. Наших гостей радуйте, да? Когда снимаешь что туда, позитив отправляешь, потом позитив возвращается, так подходишь. Идешь, спасибо улыбаюсь, вам, радости вообще. Хороших выходных. Спасибо Увидимся. Большое. Вам хорошая работа, хороших клиентов, чтобы денег много приносили, зарплата была классная, чтобы самое главное, все было здорово. Все, как хорошего вам Увидимся. Дня. До свидания. До свидания. Смотрите, здесь за горками. Зумба-румба, шлумба, не знаю, что там прячется, но очень весело, очень атмосферно. Не будем сильно смущать, а то девушки иногда любят смущаться. Но вот так вот можно вот потанцевать, поплясать. Вот все улыбаются нормально, можно снимать. Подходим ближе. Ладно, шучу, пусть танцуют. Пойдемте с вами дальше. Побродим. Это я свое где-то кричу. Где-то они искупались, и где-то теперь лежат и бродят. Сегодня складненько, наверное, кушаю, да? Голубь холодненько. Пончики, вкусняшки, мороженое, кстати, повсюду же дают, у всех видов мороженое. Не знаю, пока где дают, но, видимо, дают везде. Блин, конечно, класс. Идешь, и музычку прямо отовсюду слышно. Прям, знаете, так хочется идти и пританцовывать. Такой вообще заряд, да? Ощущается, передается, заряжается. Заряжаю вас. Так, что-то я тут бегаю, забегался. Да давайте здесь водичку в главном бассейне замерим. Ой, свеженькая, я вроде забегался, хотел окунуться, но водичка прям свежачок. Я думаю, что 23. Не смотрю, кстати. Там, смотрите, гимнастика, пластика. О, я ошибся, представляете? А, нет, еще падает. Вот так вот держу, чтобы это дать. Пока вам заряд атмосферы. Видите, такой есть спуск, лесенка такая, можно вот спуститься. Так, ну все, хватит держать. Веревку я просто на камеру прицепил. Поднимаем. 23,2. Мой внутренний термометр. С точностью практически до 0,1 градуса. 23 градуса. Не, я занырнул. Я прям что-то убегался, мне жарко. Все, делаю заныры-проныры. Вас вот здесь вот сумки оставляю в кармашке. Снимаю. Что снимается? Разрешение на съемку брали?
У нас тут все с разрешениями, молодой человек. Евгений, разрешение на съемку. Все с лицензиями, все с правами. Красота, а что это у вас за коктейльчики? А вот. Пиноколада? Нет. А что? Сами намешали, как хотели. Мераба. Ну мимо не пройдешь, а ты идешь, идешь, и пахнет так вкусно-вкусно, открываешь, а супчик грибной. Тут у нас что, шашлычок из индейки. Здесь у нас морепродуктишки. О, ничего себе, там меди есть. Шмеди. Здесь у нас вареные овощи. Блин, я не хотел снимать, он просто сказал, что здесь вкусняшки. И вот картошка фри, так аппетитно. Что-то я так захотел, я пошел, увидел. А, булочки, майонезик. Смотрите, здесь у нас пельмешки. Ничего себе. Кстати, в Турции вот мы в магазине покупаем, живем. Очень вкусные есть пельмени. Вот, значит, я еще не знаю, тоже должно вкусно. О, это Gordon Blue. Это я люблю такую штучку. Здесь у нас рис. Слушайте, ну можно вообще прям полноценно говядину с овощами съесть, и не только. И прям полноценно пообедать. Смотрите. Так, не буду вам, да, открывать. Здесь вот так вот откидывается. Вот туда заглядываешь. Овоща, в общем, зеленушки, салаты, перчик, соленье, коренье, варенье, халапенье. Вижу, нет? Любимых моих. Нет, любимых моих не вижу. Ну, моя любимая там сидит. Халапенье. Не вижу. Здесь у нас, знаете, яблочко целое, пожалуйста, апельсинчик. О, пицца. Я, наверное, сейчас что-нибудь схвачу, кусочек пиццы. Мераба. Ой, как им тяжело работать. Жарко. Там печка. О, прям поставим ему 5 баллов и лайкосим. О, аппетитно. Смотрите, как сейчас прям не отходя от кассы схвачу себе горячий кусочек пиццы. 3 кусочка. И девчонок пойду угощу. Ой, ну красиво, да? Взял вот так вид и вот так вот фонтанчиками смотрим. Посидел по трапезнице. Ну, красотишка. Всем приятного аппетита. Бегом к холодильничку. Я сам уже слюну пустил, хочется прям что-нибудь уже перекусить. Ну и барчик, бар я вам эту ночью показывал. Я думаю, не знаю, одно видео, два будет, три. Сколько делать, пишите, как лучше, вообще всего одно пихать. Такеля, вот так вот, с бокальчиком пенного. Но бокальчики, кстати, небольшие. Всем бон аппетита. Ну, ребят, мне, знаете, какая мыслишка сейчас мелькнула? Давайте, когда я встречаю подписчиков, какой вопрос мы им задаем, да? Пишите в комментариях, какой вопрос задаем, когда встречаем подписчиков. Я буду задавать. Если у кого еще какие идеи есть, такие интерактивные, чтобы у нас такое живое общение было, тоже пишите, будем реализовывать. Я все читаю прям, на все стараюсь ответить. А сына пришел, покажи, что у тебя там. Мама, гольф второе место, Никита, Саня. По гольфу второе место, но мы тебя поздравляем. У меня 200 очков. Все дружно поздравляем тебя. И тебя поздравляем. Тебя с чем можно поздравить? Ничего, тогда. Тебе хороший день, я тебя поздравляю. Так, где гольф проходил? Скажи нашим зрителям, в мини-клубе. Там для взрослых можно поиграть или только для деток? Для деток. А большой гольф есть в отеле, знаешь? Нет? Давай, что найдешь интересное? Там футбол есть большой. Пойдешь, поснимаешь на камеру что-нибудь интересное. Там для взрослых футбол есть. Да, тремя пиццами дело не обошлось. Иду еще за добавкой, очень вкусно. Я первый разок по-скромному, да, 3 штучки взял. Вот, вот так вот надо, да? Это кто у нас тут? Оль, кто тебя так разрисовал, а? Единорожка? Дядь тебя нарисовал. Как дела? Хорошо. Хорошо? И тетя мне бабушка. Ой, бабушку нарисовали, ну красотишка. Так, Полина и Соня. Соня, вот. Да, забираем. Хорошо. Что у нас дневной ресепшн. На чем хотел показать? Не ресепшн ночной, дневной. А смотрите, мир. Оплата карты мир принимается. Вот так вот. Мир. Карта PIS тут работает. Ну, обычно сам все оплачивают. Заранее все. Поэтому, ой, слушайте, здесь куда не пойдешь. Везде вкусняшки и сладости. Смотрите, на ресепшене заехали. Можно сразу подкрепиться. Вот что так безе захотелось. Вот такое вот, а? Безе бомба. Здесь чуть можно чай, кофе. Тихаус. Мераба. В общем, к номерам можно и по улице ходить. Я по улице люблю. Девчонки любят по коридорчику такому, балкончику пройти. Да, ну, или смотрите, всегда, отсюда видно. Всегда, а это всегда. Жанна нам рассказывает, что здесь вот этот лебедь одинокий. Он любит здесь тусоваться один, а все вон там. Ой, давайте я вам отсюда покажу вид. Вот так вот выглядит. Еще дрон я не запустил. Сегодня первый день отдыха. Завтра. Не второй день, завтра последний день отдыха. Очень быстро все. Прям вообще не успеваю. Надо не забыть полетать. Кстати, да, здесь рядом два отеля. Знает какие. Queen's Park Le Jardin. Ну, там направо я там был. И с той стороны у нас. Так, Жанна мне предлагает, что же попробую. Мушмула. Выйдем, что они обработаны. Что такое? Нет, Никита, давай папа Бузиника. Сначала. Не если папа не отвалится, то можно. Вот вам еще один. Ой, кислая. Кислая, она должна быть темная. Нет, не ешьте, она кислая. Я не буду. Ну, вкусно.
Не очень кислый, нормально. Можно есть, Никит. Это муж Мулат так растет, если кто не знает. С другой стороны, у нас отель Акка Алинда, где мы с бабушкой были. Кто смотрел видео? Вечерочек-вечерок начинается, видите. Подготовочка к мини-диску здесь будет проходить сейчас. Музычку уже включили. Включили подсветку. Деревьев зелененькую. Красиво все светится. Вечернюю атмосферу вам прям из отеля. А морешка тут, фонарики потихоньку светятся. Ну, смотрите, мы живем вон там. Можно пройти по коридору, в принципе, там, в котором мы шли. И вот так вот спуститься. Ну, мне больше нравится по улице гулять. Вот так вот раз, и в ресторан можно отсюда тоже попасть. То есть оттуда спуститься и отсюда. И прямо здесь же на улице, видите, начинается еда. Пельмешки, макароны. Здесь вот тоже макароны жарят. Тут, видите, можно выбрать ингредиенты для спагетти и нажарить себе. О, тут много всего. Надо, конечно, да, снимать вам все. Это ризотто. Мераба. Очень красиво, аппетитно выглядит. Там еще места у нас. Там, вот так сказать, пока обзорно вот так вот. Вот он там. Повар стоит, мераба. Директоры. Директора. Сейчас вам покажу все. И плюс еще вот зона на улице. И плюс зона внутри. Ресторанчик можно здесь сесть на улице тоже. И внутри тоже может сесть. Тоже. Там, конечно, и сезон, и сейчас даже это очень круто. Когда все на улице и там, то есть все разнесено, и народ как бы рассасывается. Нету толкучки таким образом. На улице можно сесть тоже очень круто. Смотрите, здесь в углу ресторан. Я обнаружил одно местечко. Здесь сейчас закрыта ленточка, нельзя заходить. Водопад прям, каскад такой водопадный. Можно прийти, сесть и получить дозу релакса просто. Потрясающе. Еще фонтанита, видите, как вот так вот, с подсветочкой. И это фламинго, ничего себе, я их сразу не приметил. Красотичка, живой уголок. Вовнутрь заглянем. Атмосфера внутри. Подсветочка все. Люди, видите, в большинстве предпочитают сесть на улице. Кто не успел местечко занять, то вот здесь, пожалуйста. Вот выглядит раздача у нас здесь. И вот тут вот у нас в конце буфет для детей. 12 до 2, 16.30 до 9. Ужин. Так, детки, что у вас тут есть покушать? В общем, здесь, как обычно, отварное что-то. Котлетки. Что? У нас это пюре, да, миско какое-то. Хорошее. Суп с курицей, с рисом, и сосиски и отварная гречка. Обалдеть. Там тут еще десерты, печеньки. Здесь у нас банки, да, овощи, фрукты, йогурты и соки. Вот такие еще канапе. Так, давайте, коль здесь уже здесь снимаем сладости. Смотрите, вот раз сладости. Два у нас сладости вот так вот. Потом здесь у нас что, еще сладости. Ага, вот так вот. Ой, смотрите, вот с клубничкой, симпатично. Потом здесь еще тоже десерты. Да, не будем так сильно сладить, давайте так потом для аппетита немножечко поближе сниму. Опа, ну-ка, быстренько постараемся пролететь. Здесь очень холодные закуски. Разные салаты, соленька и ванихлопенья, наши любимые. Здесь у нас что? Да, тоже холодные. Стол. Здесь тоже рыбка, мясо. О, вижу, вкусно. Перепелочки холодные, ничего себе. Прям аппетитно. Это у нас тоже холодные, но жареные овощи. Сыры. Много-много видов сыров. Да. Здесь еще салаты. Зеленушечка разная. Здесь тоже у нас что там? Перчик. И здесь еще тоже зеленушечка. Вот, это то, что у нас внутри. Идем тут на улице. Давайте вот сюда, да, переместимся. И здесь посмотрим, что у нас есть. Здесь у нас жарят. О, ничего себе, ягненок на гриле. Написано, сейчас этого нет, а вот как раз подносит. Давайте взглянем. Свеженький, аппетитный. О, баранинка. Обалденно. Потом здесь у нас что, рыба. Жареная, целая. Целая рыбка, это всегда очень хорошо. Овощи жареные. Потом здесь у нас еще овощи жареные. Здесь у нас картошка фри, луковые кольца. Дальше, что у нас здесь? Курочка с овощами. Так, вот видите, все это на улице здесь готовят. Здесь пиде. Ой, смотри, сколько выбора пиде. Много. О, прям вот это-то. И пиццечка у нас тут, ну вообще красотишка. Здесь у нас арбуз отдельно прям нарезает. Видите, такую журу снимают. И еще тоже фрукты. И что тут у нас это? Со сливки для клубники. И здесь еще тоже у нас фрукты. Здесь, конечно, много-много клубнички. Ну, клубника в Турции везде у нас продается, во всех магазинчиках. И здесь у нас что?
яблоки и другие фрукты. Так, а здесь у нас с вами, смотрите, мороженое. 6 видов. Мераба. Да, клубничка у нас, я как рассказывал, да, и на рынке бывает вкусно. И в Мигросе даже в Комишоке тоже бывает вкусно. Так, вот здесь мы с вами еще не заходили. Здесь хлебобулочные изделия. Здесь вам могут салатик вот так вот свеженький нарубить. Мераба. Здесь у нас с вами вареные кабачки, гречка. А, это, я так понимаю, у нас диет-буфет, да. Так вот, большими буквами диет-буфет. Отварная рыбка, овощи. И здесь тоже картошка отварная, курочка отварная. И картофельное пюре, и вареный овес. Так вот, видите, темнеет потихонечку. Здесь у нас что в горшочках? Так, индейка в горшочке. Так, там еще картофан с овощами, это мы с вами видели. Еще раз. Да, смотрите, здесь, кстати, ризотто, да, видите, оно с этим, с морепродуктами. Класс. И вот здесь еще такая зона раздачи. Так, здесь у нас какой-то рулет с лососем. Это в соли, который или в тесте запеченный. Давайте вот так пересвечивает лампочка. Вот так вот, смотрите, делает. Прям красотишка. Саймон, да, это типа Саймон, это у них лосось. Это у нас овощи. Здесь у нас еще баранинка, вижу. А написано, что из индейки, но мне кажется, это баранина. Хотя, может, индейка. Не, это индейка. Раз написано. Так, пюре. Здесь у нас сатэ из брюссельской капусты. Так, немножечко осталось. Так, вам нравится так или давайте в следующий раз побыстрее, не? Рис. Или так все более-менее аппетитно. Так, запеченная баранина с баклажами. Баранина еще с чем-то, что-то типа лазаньи. Потом здесь у нас запеченная рыба с соусом. Так, и здесь еще лазанья. Вот я, кстати, очень хочу, я обожаю лазанью. И соусы. Еще несколько видов. А вот здесь у нас еще что-то. Это у нас суп из морепродуктов. Вот так вот висит. Симпатично. И здесь еще пару видов супа. Ну и все. И вот такой вот шведский стол. Видите, как я вам все быстренько снял. Да? Пишите, что думаете. Мне кажется, очень классно. Да, много и рыбки, и всего. Пишите, что думаете. Я ставлю 5 баллов, отлично, пойду себе наберу тоже все. Очень-очень хочется кушать. Всем приятного аппетита. У меня лазанья прям свеженькая, вот подъехала, как я сказал. То есть, если заканчивается, все быстренько подносит. Ой, ну прям вообще очень аппетитно выглядит. Так, и кусочек рыбки я себе такой взял, который рулетиком. Конечно же, тарелочку салата, как всегда. Ну, еще баранинку. Вот так вот запеченных овощей. Ты заказываешь, сразу приносят бутылку, открывают при тебе. Потом счет выставляют, знаете? Шутка, вот так вот здесь прям винишко, бутылка. Хочешь красная, хочешь розовая, хочешь белая. Так, ну и снова вечерняя атмосфера. Во вчерашнем баре, где была не дискотека, а где был концерт Джонни был. Сегодня здесь будет какая-то шоу-программа. Вот так вот сейчас при пати. Как все это выглядит перед вечеринкой. Ну что, концерт начался. Сказали мне будет, что сегодня шоу-программа с танцами. Но сейчас, видите, Зиверт нам приехал. Просто поют две песни. Разные песни поют. Так вот все выглядит. Ну, концерт, конечно, был гораздо мощнее. Так вот. Но очень классно. Потанцевать можно, послушать, поплясать. Ходят прям на улице вот здесь, танцуют, видите, как все свободно, непринужденно, ничего не стесняется. Очень классно. Почти как на концерте, да? Детишки вот так сидят наши, смотрят кино, дружно смотрят, и взрослые, и маленькие. Класс, да, кинотеатр организовали. Слушай, очень офигенная атмосфера, поют очень круто. Смотрите, стоишь, вот классно слышно. Мне прям хочется потанцевать. Кто сказал, что любви нужна мне ждать? Класс вообще. Надеюсь, не забанят. Предыдущее видео меня забанили. Я его дожилась, пока вам не могу. Надо редактировать, музыки много было. Сейчас немножко поболтаем, может быть, это повлияет на это. Просто музыка, может быть, дорожка оригинальная.